Ребята, всем привет, с вами, как обычно, Слайк Масса, Мистер Жаба. У нас, друзья, сегодня будут новенькие кошки-мышки в GTA 5 онлайн. Класс, всем привет, ребята. Все, друзья, начинаем. Я сажусь на свой любимый инсургент и еду давить этих засранцев. Да-да-да, давайте, пацаны, убегайте от нас. У нас есть секретарь. Мы сегодня, друзья, играем на такой вот замечательной карте, какие-то доки какие-то или порт какой-то. Так, я уже, друзья, вижу первых мышек, вот они. Это у нас поле. О, это жаба, о-о-о. Друзья, минус жаба, вы понимаете? Просто сразу же. Ой, там было такое. Да, братан, бывает, бывает. Так, а ну-ка, Холли, иди-ка ко мне. Ой, его сейчас скинут, друзья, смотрите. Все, его скинули в воду. Все, минус Холли получается, да? Капец, конечно. Капец, друзья, просто мы этих сейчас мышек, походу, раскидаем на раз, два, три. Самый быстрый раунд в истории GTA. О, не вас, не вас. Нет, нифига он подлетел, нифига себе, что ты творишь, братан? Тут, кстати, есть РПГ или что это? Да, у вас есть РПГ, да, нифига себе. Я взял случайно гранату и кинул в не вас, не вас, давай-ка, давай-ка, едь-ка ко мне. Да что ж ты делаешь? Я ж и так могу сделать, нет. Смотри, опа-на. Отворот-поворот, да, такой не ожидал? Нас я могу развернуться. Двое, слышишь, прикол? Ну мы одного вашего утопили просто, бедного мышонка, а второй сам по себе помер. Бедный это ты был. Мышонок. Давайте за Невасом, пацаны, все за Невасом. Что-то он самый какой-то жесткий. Гоняет. Так, капец, он, кстати, быстрый. Вообще, друзья, жестко. Ой-ой-ой, нифига себе он прошмыгнул. Какая маленькая щелка. А, я сюда вроде тоже, да, смогу проехать? Да-да-да, смотрите, друзья. Можешь, да? Как раз проезжаю, да, идеально. Красавец. Давайте за Невасом. Иван, давай, давай, давай. Красавчик. А как вы его убьете? Типа должны взорвать? Ну, затаранить, да, или куда-то вот так запихать куда-нибудь там. На взрывчатку или в воду. Нифига себе. Да? Он же утонул вроде. Да, кстати, да, вы видите, да, друзья, да. Какая-то такая интересная карта со всевозможными такими специальными, как нычками для мышки, да? Такими норками, да. Давайте их так будем называть. Норочки. Норочки такие, да. Но хотя вы можете ездить. Не, вас, не вас. Едь, едьте сюда. А где еще один ваш? Он уже вроде... Левос вообще-то. Не, еще один ваш. Еще, еще одна мышка. Умер. Не знаю. В смысле? Вас же было четверо. Ё-моё, нифига его откинуло. Живучая какая-то мышка очень. О, да в смысле? Как так-то он делает это вообще? Иди сюда, чувак. Как-то. О, все. Есть, есть, застопил. Не, в смысле, серьезно? Не застопил. О, бочки, бочки. Заходите РПГ, вы можете же вылазить. Кстати, да, пацаны, захватите РПГ, давайте мы его просто убьем. Не, давайте так не будем делать. Не будем, не будем, пацаны, это не по правилам. Реально, давайте будем играть по правилам нам вообще вроде даже из машин нельзя даже вылазить. Ой, зачем я об этом сказал? Так, не вас. Ладно. Капец, он быстрый, конечно. Ой, я флаг России увидел. О, все, 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 все. Ой, нет, у него он же еще живой. Ну, чувак, сейчас держись. Давайте его просто с трех сторон зажимаем и все. С трех пацаны сторон. Таран, таран, да ё-моё. Он пытается, понимаешь. Мы друг друга врезаемся. Что происходит? Мы друг друга поврезались. Там угонять он вас там. Так, у меня есть газовая шашка. Во, кстати. Он в тупике, он в тупике, он в тупике. А вот. Мы потеряли. О, все, зажимайте. О, нифига что! Нифига себе он там подлетел. Все, да, не да. Сможет перевернуться. О, все, он перевернулся. Вот, закидывайте, закидывайте его газовыми шашками, закидывайте. Все, еще и коктейльчик. Взорвется. Все, все, все. Все. Тараньте теперь. Все, чувак, вылазь. Затараним давайте его. Так, чувак. Все. Своего задавил. На! Ё-моё. Все, друзья, мы победили. О, наконец-то снова мы играем за мышек. Так, моя тачка, я все, я занял, я занял. Я на черную, я на черную. Ты шо, расист, что ли? Я на белый, ты на белый, я на черный. Ой, в смысле, что я сказал? Я на белый, я на черный. Я имел в виду, я на черный. Ты на белый, ё-моё, сколько там кошек? Ё-моё, пацаны, сколько их там? Четыре машины нас прет. Офигеть. Так, ну все, я уехал. Миша, мы, кстати, очень как-то плохо по норкам прячемся, так что надо побольше, кстати, от норок именно играть. От норок? Угу. Ой! Это что было только что? Фух. Вроде нормально, слышишь? Можно но я угоняю спокойно проскользить вот здесь вот где-нибудь и все, и нормально. Где-нибудь? В смысле? Здесь тупик. В смысле? Они где? Слышь, они вылезли. Упс. Ой, они взяли снова. Тут а где, был, друзья, тупик, а я и тут катаюсь. О, Миша! Ой, нет! Нет! О, нормально, нормально, нормально. Красиво, красиво. Между мной две кошки. Две кошечки? Между мной сейчас расставили две кошки. Ой, мы должны выжить, братан, с тобой. Обязательно просто. Холи, вот он. Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там снова чуваки воюют, повылазили из тачек. Сейчас я задавлю врага. О, вот он. Ой, сюда... Блин, не, я промахнулся. Здесь некуда ехать, а, пацаны. Ладно, в принципе, и так нормально. Это что, гранаты накидал?
Да, это были гранаты. Оу! Нифига себе, куда я отлетел! Куда ты отлетел? Вот уклоняюсь. Нет, чуваки, отстаньте. О, спасибо. Пинка для рывка. Спасибо, мне дали. Ой, чуть не врезался. Нифига себе. А мне дали такого пинка. Ну, машина летает. Мне показалось. А. Что я аж ускорился в два раза. Там кто-то с РПГ, занял кто-то РПГ. Тихо. Фу, живу. Оу! Братан, я на контейнерах. Я на контейнерах подлетел. Просто. Зачем я это сделал вообще? Не знаю. Подожди, я, кстати, перевернуться могу, нормально. Я упал-то, кстати, нормально. Блин. Я смотрю. Давай, перевернуть. О, да. Офигеть. Так, тихо. Кошка здесь прям. Ох, проскользил. Нормально, проскользнул. Самое главное, проскользнул. Все идеально. Там РПГ-штик, ё-моё. Чувак просто труинит все. Лишь бы пострелять. Какой? Там кто-то залез. Нет, за врагов. А-а. За кошек, который... Ой, за мной, друзья, кошка угналась. Тебе еще угналась. Нужно либо 2 минуты продержаться, да, кстати, умереть. 2 минуты. Еще, друзья. О-о-о! Нормально. Прям на колеса. Их двое. Я даже не видел, что их там двое. Живи. Налево. Все. Идеально. Так. Ой, проскользил. Самое главное, не в воду, да? Перфектно. Да, самое, друзья, главное, не в водичку. Нет, вот это опасно. Нет, откуда ты появился? Откуда они тут появились? Опасно, ты застрял. Они меня зажали. А, я горю. Вылазь. О, я вылез. О, на лестницу. Нет, все, меня задавили. Да, блин. Я уже вижу, вот, мышки. А, это обычная машинка на карте. Да. Я тут видел лазейки. Мышки, давайте. Есть лазейки. Там очень много, да, лазейчек на карте. Вообще просто огромное количество. Ой, не повезло, нет. Так, пацаны, идите сюда. Вот здесь вот. О, привет, чувак. Тихо. Нет, только не ко мне, пожалуйста, пацаны. Где Миша? Так, Миша далеко. Миша очень далеко. Самое главное, чтобы вы меня увидели. Мишу сейчас я поймаю. Да это далеко, ты один ездишь, да? Где? В одиночку, вот, это ты ездишь. Нет, блин, опять не заеду. Да, это Миша. Ой, тихо. Это Миша. На. Нифига себе, я подлетел. Нифига себе, ты подлетел, да. Давите его. Не надо, пацаны, пожалуйста, переверните. Закидываем. Газ. Ой, чувак, отъезжай, там газ. Он убивает всех. А я-то думаю, куда из России газ теряется? Это Славик мне газом кидается. Понятно. Кидается. Только это газовая шашка. О, Миша сейчас умрет, он в газовой шашке прям. Главное, не дайте ему просто выехать. Вот, все, и он умрет. О! Да, выйти, ну извини. Ё-моё! Ну ладно. Так раздавил Мишу. Ты сам вышел, ладно, я нечаянно. Ладно. Надо было тебе в машине сидеть. А, мы твою машину настолько забили, понятно. Так, поехали за другими кошками. Ой, какими кошками? Мышками. Мышки, все время путаю, да. Мышки эти, кошки. Ну, я пытался. Пытался. Не фартануло. Как говорится, не фартануло. Ну и ладно. Ой, Невас вообще, капец, он жесткий. Он еще и разбрасывается чем-то. О, он врезался. Ой, братан, мы тебя зажали тут. Нет, мы его не зажали. Он уехал, он вам факт показал. Ах, ты же засранец, а ну едь сюда. Нельзя нам такое показывать, едь сюда. Сейчас, чувак, я тебя за это накажу. Давай, быстрее, инсургентик. О, нифига себе. Блин, что? Машинка такая маленькая, я из-за нее так остановился. Смотрю, здесь он справа. Наблюдаю. Мышка. За мышка. Невасом вот наблюдаю. Она, вот она. Мышка, стой. Давайте все за Невасом. Он там разбрасывает. Он какой-то очень живучий, вообще прям жесткий. Ну, любитель пожить. Хотя вы его там зажали. Зажали. Воду сейчас его, смотрите. А нет, только главное самому не упасть. Да. Ой, мы здесь, по-моему, вдвоем не проедем. Только кошечка я проеду. Очень умная. Ой, это вообще мышечка. Да и кошечка умная. Тоже. Кошечка? Капец, да вы маленькие, юркие такие, эти мышки. Вообще да, не понимаю, не успеваю. Просто. Так, один что-то там вообще сверху делает. Да, ну заедь, попытайся туда. О, в смысле? Ой, застрял. Чувак, а что ты там сверху-то делаешь? Бери машину и уезжай от нас. Алло, давай. Он что, он там сидит? Он там залез сверху на контейнеры и все. Чувак, просто... А, вот, он там на машине, серьезно? А, он туда заехал, я понял. Все, сейчас мы тебя накажем за это. Я за Арсенчесом. Давай. Арсенчесом. Короче, Арсением, видимо. Или Арсен, как-то так. Да, Арсений, получается. Оу! В смысле, что это сейчас было? Давайте за мышкой. Она вон сверху там где-то забралась. Что-то какая-то странная мышка не в норку едет, а наоборот, повыше. Любит, повыше. Наверное, мышка... Летучая мышка, вот. Точно. Летучая мышка. Давайте за Арсенчесом вот этим. Поехали за ним. Ой, чувак, сорян.
Ё-моё! Там еще Невас живой, и вот Арсенчес. Ну, в принципе, Невас, он далековато от вас, а вот Арсений, он ездит. Вот-вот-вот. Ты за ним едешь или за кем? Ну, я сейчас пытаюсь, да, пытаюсь за ним. О, смотрите. Как раз он забрался. В смысле? Забрался. Нет, не забрался. Он перевернулся. Давайте, давайте, давайте. Да как ему так везет, мы его наоборот вытолкнули. Ему повезло, повезло ему на самом-то деле. Я его хотел наоборот застопить. Да капец он, а мы туда не заедем. А нет, заедем. Ой, опять минус он. Он уже не туда заезжал. Ой, перевернулся, перевернулся, еще раз перевернулся. Все, все, давайте тараним его. Все, походу воду, воду, его, воду, воду, воду. Да, все, чувак, не уедешь. Все, ему походу все, габелла полная. Давай. А, тихо, ой, молодцы. Все, минус чувак. Он выжил? Нет, он не выжил, все. И вот он как раз и Невас. Сейчас мы его, друзья, тоже сейчас кинем водичку. А не забудьте, ничего, что как бы там лестница есть. Да? Да. А вот и Невас. Невас, что ж ты там делаешь так жестко все? Время, 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 у нас время заканчивается, пацаны. 5 секунд, смотрите, мы сейчас, походу, проиграем или выиграем. Наверное, проиграли мы. Типа не успели. Ну да, пацаны, вы не успели, к сожалению. Поражение, да? А нет, победа, мы победили, А, вы победили, нифига себе. О, возле меня тут машина какая-то, может ее взять вместо этой маленькой? Джип какой-то огромный придорожник. Все-все-все, давайте, пацаны, по машинам, по машинам. Кстати, этих кошек очень-очень мало. Мышек в этот раз много, кошек очень-очень мало. Может, скачиваемся на корабле, как ты думаешь? Да не-не-не, слишком опасно. Да я уже заехал. Я поехал сразу же троллить просто этих кошек. Они мне надоели. Ну что они сделают? Ой, они... ой, фрешер, вообще, нет. Они же безобидные, а чё фрешер, ты? Ой, нет, я упал, блин. Офигеть, ё-моё, что с моей машиной дурак, сделали? Ё-моё. Ты умер? Ой, дурак. Нет, я на корабле упал. Не машину, просто... В смысле, мне колеса всего пробивали? А не только одно. За мной кошки, за мной кошки, пацаны, пацаны, за мной кошки едут. Ой-ой-ой. Кошечки едут? Да. Что мне делать? Фу-фу-фу. Не знаю. Пацаны, хватит в меня эти коктейли кидать. Я машину возьму. Мне покрышку пробили из-за этого. Как мне вообще пробили-то? Зачем я это сделал? Все, минус я, вот чекайте. Давай, давай, трейсер потолкни, хорош. Что? Он подлетел, аж прикол. Так, давай, на колес, на колес. Колес, на колес. Нормально, нормально. Сюда. Оп. Мне просто надо машину поменять, и все. Машину поменять, нет. О, все, чувак. Да все, хватит, отстань от меня. Отстань, говорю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты со мной делаешь? Все, машину надо поменять. У меня две покрышки пробиты, ты понимаешь? Задрифтил чисто, е-мое. Нифига, где машина? Мне нужна машина. Ой-ой-ой. Ой, фу. Ой, Миш, привет. Ой, извини. Видал, как красиво, кстати. Ага, да-да-да-да. Пока, пацаны. Нет, зеленый, блин. У меня на машине две покрышки пробиты. А, зажали. Они стреляют. А, вот кто мне колеса пробивает. Беги, беги, беги. Мне все покрышки его пробивали. Ё-моё, сам себя взорвал. Ну ладно. А что мне делать-то без покрышек? Все, покупать новые. Чувак, хватит по мне с пистолета своего стрелять. Он тебя задавил. Я последний, серьезно? Да, ты последний. А как я буду это проходить, друзья, здесь все, выживать на машине без покрышек? Никак. Даже под эту фигню не можешь заехать. О, Трешер все. Занял твою машину, лол. Трешер, точнее. Что ты пытаешься сделать? Давай. Что? Что? Я победил, В принципе, друзья, на этом все. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, друзья. Всем пока-пока-пока. Да, ребят, всем удачи и, конечно же, пока-пока.